Меня спрашивают обычно, конечно, это не так, но тем не менее шутят, что если вдруг Ром себя будет плохо вести, я могу это отвернуться и уйти. Да, вот. Да, я все время этого боюсь. Послушай, но ты как рыцарь, которого собирает оруженосец каждый раз. У тебя самый очаровательный оруженосец в мире. Да, но это все шуточки на самом деле. Ну, слушайте, это уже классно, то, что уже все это перешло к юмору. Когда переходит к юмору, значит, уже все налаживается. Ну, надо же как-то спасать. Так попроще, наверное, относиться к этому всему, потому что, ну, если не шутить и не шутить над собой, то, конечно, ну, прям одолевают другие чувства. Поэтому вот носочки теперь пригодились на руке нашей, понимаешь? Наконец-то! Занюхнул, все отлично. Носки пригодились. И Илюша наш без носочков. Я думаю, где мои носки, а не у Костомарова. Вот они, да. На руках.